Сейчас вы услышите речь больного шизофрении, в котором наблюдается расстройство сознания «я» и реального «я». Я с криком просыпаюсь, ведь я ненавижу солнце. Иду по голосу своего монстра. Зачем же мне кричать, тупой, ты сути не увидишь. Все мои песни сгорят, когда я сделаю вас тише. Я создан из ниши, с родными самый лишний. Я вынесу мозги, но вынесу на умной кишке. Я не хочу вам нравиться, я светлый, но прокисший. Все, что ты создал, пацан, уже являлось моей фишкой. Ты, сука, никогда не будешь помнить обещания. Я спою тебе, но спою тебе только на прощание. Ты видел тех людей, людей, кого ненавижаю. Тех, кого я не прощал, всегда мне чем-то отвечали. Ты, сука, никогда не будешь помнить обещания. Я спою тебе, но спою тебе только на прощание. Ты видел тех людей, людей, кого ненавижаю. Тех, кого я не прощал, всегда мне чем-то отвечали. Подъезд. Настолько до конца стерлась, что появилось какое-то вторичное ощущение моего «я». То есть появилось одновременно отсутствие моего «я» настоящего и появление какого-то чужого «я». То есть это достигло такого качественного предела, так? Когда уже произошел какой-то переворот внутри качественный, да, который заставил появиться вот этому новому, чужому «я».